Некоторые из вас, вероятно, слышали о последних действиях, предпринятых определенными людьми по всему миру, которые прилагали все усилия и совершенно очевидно стремились взять под больший контроль все, что, где и кем бы ни было. Чего хочет каждая из этих групп? Независимо от того, в каких странах это происходит, все еще действует старый негативный патриархат. Они в последнюю минуту захватывают все больше власти над большим количеством людей, их жизнями и правами, над женскими телами и правами, над правами всех людей, действиями, мыслями, чувствами и так далее. Это происходило и продолжает происходить по всему миру, и это обостряется. Поскольку сейчас 2021 год, а событие 9 сентября произошло 20 лет назад, атака террористов на здание Всемирного торгового центра и Пентагона, это негативное намеренно созданное событие временной шкалы, теперь освещается и подпитывается по-разному. Не вдаваясь в подробности, представьте мысленно себе черный куб Каабы в Мекке со множеством людей вокруг него. Представьте себе мемориальные бассейны 9-11, которые представляют собой перевернутые черные кубы, в которых течет вода вниз, в пустоты. Помните, что вода усиливает энергию, и вокруг них много людей. Пожалуйста, осознайте, когда вами, вашим сознанием и эмоциональной энергией намеренно манипулируют, собирают и используют человечество. Вы можете почувствовать, что множество вещей во всем мире достигли критической точки и что вещи не могут и не смогут продолжаться в этой старой реальности двойственности. Команда Dark пытается сохранить его, но грядет большой раскол, и многие из вас чувствовали, что за последнее десятилетие он серьезно усилился, но гораздо сильнее за последние 6 лет. Энергетическое напряжение, присутствующее сейчас, кажется невыносимым, гнетущим и физически неустойчивым. Более низкие и более высокие частоты не могут сосуществовать в одном и том же пространстве. Не бойтесь только честности, осведомленности, более высокой осведомленности высокого сердца и принятия полной личной ответственности за график, на котором вы находитесь в настоящее время и хотите продолжать работать. Эти текущие эскалации и различные предпринятые действия, а также многочисленные юбилейные мероприятия, направленные на поддержание функционирования временной шкалы 9.11, связаны с тем, что новый шаблон Божественной Матери, женского кристалла, алмаза Христа для восходящей земли полностью реализуется в физическом на земле и на земле для человечества. Когда мы вступим в 2022 год, вот почему патриархат так упорно настаивал последние несколько десятилетий и в последние годы, чтобы захватить больше людей и их сознание, подавить больше людей, получить больший контроль над глобальными человеческими женщинами, украсть все, что они смогут, прежде чем новая энергия женского планетарного шаблона Божественной Матери будет полностью физически установлена на Земле. Многие из вас уже знают и чувствуют, что отрицательные плотности увеличиваются и используются снова сейчас по разным причинам и срокам. Ваша работа, наша работа состоит в том, чтобы делать то, что мы всегда делаем, а именно преодолевать это, удерживая более высокое пространство, в
фокусируя направление и продолжая направлять восходящую Землю и самих себя по восходящей временной шкале новой Земли. Многие из вас уже ощущают нарастание старых негативных энергетических угнетений и связанных с ними манипуляций, оставаясь в своем высоком сердце на восходящей земной временной шкале. Денис Ле Фей.